Ну что, Санек, ты готов к нашему первому рабочему дню? Да, на новой пиццерии. Да. Интересно, какая будет зарплата у нас? Нормально будет платить? Хоть бы не маленькая. Ну да, тут все красиво, я вижу. Новенько, только построили. Да. Так, машину... А, да, машина закрыта, я ключи взял. Идем. Блин, как здесь классно. Пахнет новым. Только построили. А какие здесь классные постеры, смотри. Да. Так, это наша переодевалка. Ну, пока вещи сюда закидывать не будем. Да-да-да. Ну, мы ж уже выдали нам форму классную. Так, ну по времени уже пиццерия закрыта. А мы дверь закрыли, давай проверим. Так, дверь закрыта. Ну, Сунек, надо сделать обход, посмотреть, чтобы ни из клиентов никто не остался здесь. Давай. Есть кто в пиццерии? Если что, вам уже на выход. Так, никого нету. А ну-ка, здесь у нас. Помнишь, как в тот раз люди запрятались, а потом ночью нам мешали работать? Да. Ну, слава богу, мы оттуда уволились. Я больше там работать не хочу. Так, ну здесь все четко. Пахнет, да, на кухне, как вкусно. Пиццей. Ничего нам даже не оставили поесть. Так, шкафчики Пипец. Закрыты? Шкафчики закрыты, отлично. Идем. Так, это наше рабочее место. А вентиляцию угу. можно открыть? О, вентиляцию можно открыть. Что-то за, это заклинивает бывает. Что-то не работает. Да, блин. Надо электрика будет вызвать, чтобы починились. А здесь? Отлично. Да, тут то же самое. Так, идем в подвал посмотрим. Давай. Так, все спокойно. У тебя фонарик есть? О! Смотри, подожди, что там? Кровь. Кровь, смотри. Я вижу. Кровь свежая. Так, мне это уже не нравится. Мне тоже. Так, здесь никого нету. Здесь еще такие... Слышишь? Ты слышал это? Как будто сзади кто-то был. А это очень страшно. Я слышу что-то. Слышишь? Это где-то сверху. Непонятно, откуда вон... звук идет. Так, это мари... Это марионетка? Это мангл. Так они же должны выключенные быть. Так давай спрячемся лучше. Так, идем. Быстрей, быстрей, быстрей. Я вот тут спрячусь. Так, я фонарик выключу, сяду. Блин, надо было туда за ящики пойти. Слышишь, она идет? Да. Блин. Ночной обход пиццерии. Это обход пиццерии аниматрониками? Так мы же охранники. Смотри, чтоб тебя не увидела. Я бегу. Быстрей, быстрей, Гусоняк, я бегу в офис. Это очень опасно. Я остался в подвале. Так. Есть, дверь закрыта с этой стороны. Дверь. Заедает дверь. Блин. Она здесь стоит и смотрит на меня. Ушла. Давай, гусенячек, я тебя жду. Посмотри, ее нету там? Не-не, открывай. Заедает кнопка. Очень опасная пиццерия. Нам же сказали, что здесь все тихо и никого нету. А я еще думаю, почему они нас взяли так легко на работу? Опять гусенек дверь заедает. Я слышу, как она идет. Есть. Очень опасно. Опять дверь открылась. Через вентиляцию ее открывай. А, стоп. Не шевелись. Сканирование. Что она хочет от нас? Отключение. Так, что с ней случилось? У нее аккумулятор сел? Гусенек, я видел, там в подвале есть щиток. Идем перезапустим электричество. Так, аниматроник там? Так, здесь три щитка. Написано «высокое напряжение, осторожно». Ну, давай рискнем. Так, что? Ты походу... Так, перезагрузка идет. Не работают щитки. Слышишь, оно жужжит? Может, оно перезапускается? Так. О, аниматроник!
Осторожно, осторожно. Бегите отсюда! Побежали, быстрей! Так, 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 быстрей, быстрей, быстрей! Кнопка, есть! Так, я понимаю, что эти двери буквально закрыты 5-10 секунд, а потом сами открываются. Фух, блин, мы отключили электричество, почему у нас работают камеры? Может, мы не то электричество отключили? Не знаю, но я сейчас в полнейшем шоке. Вот он идет. Фокси пришел. Может, им не нравится, что мы отключили электричество, а теперь они нас хотят убить? Не знаю. Смотри, теперь вот. Двери не открываются сами. Вот, смотри, электричество все-таки выключилось снова. Это что, теперь полностью обесточенное? Блин, походу надо пойти включить. Так, а ну по камерам вообще... посмотри, где Фокси ходит. Я здесь посмотрю по большим экранам. Нету. Нету. Так. Нету. Я видел, он там стоял. Вот он. Дверь! Закрой, закрой, закрой! Блин, как же это опасно. Так, он побежал, куда он побежал? Так, я вижу, он по главному залу ходит. Он с этой стороны. Нет! Нет, 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 стой! Стой на месте. Самое главное, не шевелись. Я не шевелюсь. Как же это страшно, у меня фонарик даже в руках дрожит. Фокси можно слепить, слепи ему в глаза. Вот, вот, вот. Слепи, слепи, слепи. Отлично, давай, гусенок, заходи. Есть. Фу, хорошо, что Фокси можно ослепить. Так, я сейчас посмотрю по времени, сколько уже прошло. Сколько? Так, прошло вроде... Сейчас уже прошел час, и нам осталось еще, получается, 5 часов пробыть здесь. Мы продержимся? Ну, я думаю, да. Так, гусанек, я сейчас попробую пойти туда, в подвал, и опять запустить электричество. Так, идет аниматроник. Бонни идет. Готовься. Так. Блин, как же я их боюсь. Есть. Выключил. Какой страшный. А его нельзя, да, слепить? Никак. А, ну, вроде он... Друзья... Он говорит, что мы его друзья? Походу. А ну давай откроем. Так. Ну давай. Давай он нас тоже просканирует, чтобы он понял, кто мы. Личности Димас ТВ и Гусь Санек. Добро пожаловать в пиццерию Фредди Фазбера. А ты можешь нам кое-что рассказать за эту пиццерию? Как нам прожить до утра? К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Тоже руки вверх подниму на всякий случай. Куда он пошел? На обход, походу, тоже. Идем за ним? Может, он нас хочет куда-то привести? Ты идешь? Так, идем, идем. Да-да. Конька. Что-то разговаривает. А это его программа, которую он развлекает детей. Ну да. Так, ну на кровь он не обращает внимания. Откуда эта кровь? Может, это предыдущие охранники? Или это посетители? Смотри, видно, как будто здесь человека тянули по полу. Но кровавый след обрывается. Значит, его подняли, куда-то унесли. Но куда? Ну, давай посмотрим здесь. Может, здесь что-то есть? Ошибка. Система взломана. Активирован агрессивный... Побежали! Режим. Быстрей! Беги! Блин, быстрее! Бегу, 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 бегу! Закрывай! Отлично! Я эту дверь закрою. Уничтожить. Ого, он злой стал. У него красные глаза. Я вижу. Что он будет дальше делать? That's against the rules. Видишь, у него проблемы с программным обеспечением. Его глючит. Он прям мне смотрит в глаза. Я его боюсь. Я его очень боюсь. Даже не шевелится. That's against the rules. Так, там вентиляция. Они могут и через вентиляцию, да, пройти? Mm-hmm. Так, гусенек, давай попробуем выйти на улицу. Давай. Я не хочу здесь работать. Если кого-то увидишь, сразу кричи. Хорошо. Так, вроде никого. Так темно здесь стало. Очень страшно. Слышишь? Так, где он? Тихо. Я не вижу его.
Куда этот звук? Он эхом раздается, я не понимаю откуда. Да, такое ощущение, что-то идет с динамиков. Возможно. Так, идем к входной двери и попробуем открыть. Ладно, пошли. А! Он стоит. Так давай тут. Осторожно. А! На улице уже ночь. Да, вон. Эй, ребятня, добро пожаловать в Фредди Фазбер's Pizza. Все знают, кто я. Великий Фредди Фазбер. Ага-га-га-га-га-га. Так, я тоже запрячусь. Так, там никого нету. А, тихо! Тихо. Не выглядывай с прилавка. Фонарик выключу на всякий случай. Я запрячусь здесь. Идет к нам. Не-не, он сейчас придет, нормально. Если что, перепрыгиваем и бежим. Перепрыгивай! Беги, беги, гусанек! А, я застрял! Есть! Давай. Я бегу, я бегу! Быстрей, быстрей, быстрей! Закрывай! Есть, есть, двери! Я внимательно слушаю, никаких звуков не слышно. А нарисовано, что горит свет. Лампочки горят зеленым. Это значит, электричество включено. Да. Вот я опять... А почему оно не загорается? Не знаю, может этих... как-то... Нет. Блин, гусанек, мы заперты в ловушке. Что нам делать? Сейчас пойдем через кухню. Там есть еще дверь на складе. Так, идет аниматроник. Все, через другую дверь будем выходить. Так, он идет к нам. Вот тут, стой. Я бегу. Он меня держал за футболку. Алло. Алло, 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 меня слышно? Да, мы звонили вам узнать, почему аниматроники включают агрессивный режим. Что нам делать? Ну, знаете, этот режим, там, чтобы всякие воры не залезали, ну, просто не попадайтесь им на глаза или что-то еще, не знаю. Так они нас убить хотят. Как убить? Они не могут убить. Ну, у них включен агрессивный режим, и они гоняются за нами и преследуют нас. Ой, да не шутите вы так. Они максимум только вас за шкирку возьмут и из пиццерии выгонят, и все. Все, спасибо, всё, хорошо. Давайте. Да, удачи вам там, и да-да. Гусунек, я знаю, как отсюда можно выбраться. Идем. А, вот он бежит, невидимый! Так, быстрее, 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 дверь! А, дверь! Блин, заедает все, пиццерия вроде новая, а электроника старая вся. Вам не выбраться отсюда. Санек, готов бежать? Да. Побежали. Быстрее, 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 быстрее. За мной беги, не останавливайся. К машине бежим. Нет, мы через вентилятор, дверь закрыта. Мы через канализацию убежим. Здесь быстрее. Очень воняет, очень, фу, даже нос хочется закрыть. Так, а куда нам идти? А, он за нами бежит, быстрее. Не останавливайся. Я знаю, бежим, быстрее, быстрее. Так, сюда. Я вообще не знаю, куда мы бежим, но мы сейчас найдем выход. Так. Так, здесь. А, сюда. Сюда. Блин, мы в тупике. Нет, мы не в тупике. Быстрее сюда. Лезем по лестнице. Давайте первый. Есть, есть, есть. О, мы выбрались. Слава богу. На улице уже темень. Где наша машина? Там стоит. Быстрее бежим. Слышишь? Ага. А, фух. Как фух, это блин. Страшно. Так, вон наша машина. Быстрее, садимся. Сел? Да, поехали. А, он сзади. Так, надо развернуться. Все. Слава богу, мы уехали. А, он сзади держит машину. Я не могу вырулить. Я не могу выехать. Гусанек, выбегай, бежим. Быстрей. Побежали, я там, кажется, видел банк, можем в нем спрятаться. Давай, где банк? Сюда, быстрей, 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 быстрей. Я слышу, как он бежит за нами. Вот он. Так, быстрее, быстрее, я бегу. Я давно так быстро не бегал, как сегодня. Так, так. Сейф, в сейф. Давай. А сейф работает. Отлично, мы здесь спасемся, закрывай. Все. Фух, слава богу, два дышимся, я так устал сильно. Фу, блин. Фу. Интересно, этот сейф можно снаружи открыть или нет? Я вроде открывал его снаружи, но я не знаю. Слышишь? Может, нет, я... нет, 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 он зашел. Нет, нет. Не пожалуйста, надо. Не надо. Много знаете. Нет! Нет.